клубника будет. Точно. Так, отчет с очередного дня корректуры. Ну, вот, вот оно наступило. Самое долгожданное наше лето, которого вообще не было, да? И в такие дни, конечно, легко заниматься. Легко. Но сегодня какой день недели, Тонь, помнишь? Пятница. Пятница. Вот, пятница тоже. Опять. Это критический день для большинства людей, когда, когда никто не может оторвать жопу. Или кто-то хочет быстрее закончить там, работу и приступить к отдыху. И опять мы находим повод для того, чтобы сочкануть. Да? Сочкануть, да, большинство людей сочкуют в пятницу. Это святой же день, он для кого-то банный, для кого-то какой-нибудь еще. В общем, короче говоря, всегда человек найдет там повод, чтобы захилять. Но мы своим примером хотим показать им, что пятница, не имеет вообще значения никакого. И вообще, вот это деление по дням, неделям, по каким-то событиям и датам, оно неправильное. Жизнь, она не дискретна. Ее нельзя побить на дни, на месяцы, на что-то еще. Да, мы можем, конечно, планы привязывать к этому. Но жизнь-то, она не течет какими-то квантами, фрагментами. Она постоянная. Она перетекает, и мы не можем ее начать. Типа, я начну новую жизнь. Блин, ну как ее можно начать? Это новая жизнь, это продолжение старой, да, Тонь, правильно? Поэтому не думайте, что перемены произойдут. Это молниеносно. И вы там, типа, последняя ваша пятница, когда вы там, ну ладно, слабинку дадите, но лет началось, и мы приступим. Нет, все не так, все не так. Надо действовать, и все. И тогда, в общем-то, не важно будет, пятница, понедельник, не понедельник. Жизнь идет, и мы ее живем так, как надо. То есть, как твоя корректура проистекает? Прекрасно. Как у тебя самочувствие? Как ты поднимаешься с утра? Как ты засыпаешь? Есть ли у тебя силы под конец дня? Все идеально. Есть? Вот все, что папа сказал, все хорошо. А что, нет, я эти вопросы задал. Силы-то есть у тебя под конец дня? Да, есть. Ну, засыпаешь хорошо? Да. Как устаешь в течение дня? Конечно, устаю. Вот, как правильно. Потому что мы же тренируемся. Кушаешь как? Какой-нибудь, ну, тужимаешь себя? Нет. Нормально. А нет. Прогресс? Вроде есть. Вроде есть. Ты же вначале самки замерила себе талию-то? Не замерила. Вот. Это она слегка отлыжанулась. Надо было, конечно, померить. Но визуально как отмечаешь? Пошел процесс? Да. А сколько времени прошло? С первого числа? Ну, да. А сегодня какой у нас? Девятое. Девятое. То есть уже пошла вторая неделя. Здравствуйте. Вот. Так что все. У меня в начале корректуры полоски не было. А, вот это вот. А вот сейчас здесь есть уже. Ну вот все, значит, уже визуально пошел процесс. Кстати, все сантиметры и все килограммы – это хоть объективный критерий, но не самый главный. Главный критерий какой у нас, всегда мы знаем? Зеркало. Зеркало, конечно. Ладно, друзья, мы на тренировке. Салют.